Я хоть и недавно возглавил федерацию, но всю жизнь в боксе начинал как действующий спортсмен, потом как общественный деятель, а сейчас вот пришла пора возглавить федерацию. На самом деле у нас подготовлена программа на 5 лет развития федерации бокса. Основные шаги – это развивать бокс во всех районах Республики Карелия, чтобы наши спортсмены были не только на региональном, всероссийском, но и международном уровне выступали. Но как раз они это уже и делают. Да, мы как раз у нас есть договоренность с руководством Федерации бокса России. Мы в этом году проводим первенство Северо-Западного федерального округа, еще в следующем году, а потом будем брать на себя первенство России. Практически у нас они проходят почти что вот такие вот год, каждый год как бы или через год. Ну, воспитанник уже был победителем первенства Северо-Запада прошлого года, также участником России в Владикавказе. И также в прошлом году стал победителем в Москве памяти Грекова. Да, это очень большой импульс, так как у нас есть победители первенства России прошлого года. Рома Богданов, 15-16 лет, в Чехове. Федоров Игорь, победитель первенства России в Владикавказе, 13-14 лет. Ну и как бы в этом году, 13-14 лет, мы делаем ставки на Байназарова и на Сергеева Андрея. У меня была определенная цель – это выиграть СЗФО. Я к ней очень упорно шла, ну, не обращала внимания ни на болезни, ни на что. Очень усердно тренировалась и добилась своей цели. Я бы не сказала никогда не сдаваться, идти к своей цели, ставить перед собой возможные цели, добиваться их. И самое главное, все зависит от желания.